просвещение – это святое, которое каждого человека трогает. Потому что это будущее, у каждой семьи есть ребенок, есть надежда. И, конечно, первое слово, которое в семье обсуждается, это какое образование, ну или что такое просвещение. И вот канал просвещения, мне кажется, это один из таких, я бы сказал, самых семейных, самых нужных обществу. Важно, чтобы он стал популярным, интересным, чтобы собирались вокруг ее передач все, смотрели. А задача профессионального сообщества – помочь этому каналу стать. Он уже много сделал, уже хорошие есть передачи, хорошие материалы, хорошие проекты, но нужно больше. Просвещение – это основа жизни, ну, нашего общества в особенности, потому что менталитет нашего человека как раз связан с глубоким образованием, наукой, просвещением и спокойным осмыслением жизни.